кипе и даже соблюдаем правила дорожного движения. Ну, хотя, конечно, иногда только создаем видимость соблюдения этих правил, но знание правил дорожного движения всегда очень полезно для общения с товарищами полицейскими, инспекторами дорожного регулирования, сокращенно пидрами. Эти знания вам сегодня пригодятся. Бригада наших замечательных вожатых подготовили конкурсы различные и подготовили военно-патриотическую игру «Зорница». Перед тем, как наступит вечер и все наши гости